Очередное заседание Совета депутатов прошло в администрации городского округа Люберцы. На повестке дня у народных избранников отчет главы муниципалитета и руководителя межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Создано 1781 рабочее место. Обеспечены жильем 261 семья. В 2019 году мы открыли два новых детских сада на 400 мест. Перед депутатским корпусом глава Люберец изложил основные аспекты своего годового доклада. Народные избранники утвердили отчет Владимира Ружицкого единогласно. Следующим в проделанной работе на заседании отчитался руководитель люберецкой полиции Евгений Романцев. Он подчеркнул, что в 2019 году у правоохранителей были как взлеты, так и падения. За 2019 год на территории обслуживания межмуниципального управления Люберецка было зарегистрировано 3529 преступлений. В 2018 году было зарегистрировано 3200, то есть на 7% больше по сравнению с 2018 годом. Также на заседании прозвучали доклады о деятельности контрольно-счетной палаты округа и о назначении публичных слушаний по проекту изменений в устав городского округа Люберцы. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.